Меньше месяца остается до Дня города. В августе столица Чувашии отметит 550-летие. О самых главных и интересных моментах праздника будем говорить с главой столицы Чувашии Евгением Кадышевым. Евгений Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вот буквально в начале июля мы с вами тоже говорили о предстоящем празднике. Тогда вы сказали, что пока вот не хотите раскрывать всех сюрпризов каких-то. Как думаете, может пора, может быть сейчас заинтригуем все-таки зрителей, побольше расскажем, что ждет в праздник нас? На сегодняшний день уже можно сказать, что сформирована программа праздника. Уже оргкомитет закончил свою работу под предводительством Леонида Ильича Черкесова. Сформирована достаточно такая обширная программа, которая будет проходить в течение недели. Праздник начнется, как и положено, 18 августа. Так. 18 августа у нас во всех наших парках пройдут прекрасные такие фестивальные концерты классической музыки, театральных представлений. И все это продолжаться будет несколько дней. То есть тоже через три недели, да, получается? Вот воскресенье, это 18-е, да, число, мы начнем праздновать. Так. Мы начнем уже официально праздновать этот праздник. И уже горожане почувствуют это. Вот те, их будут, они будут приглашены в наши парки, где для них будут развернуты вот эти вот концертные программы, театрализованные представления. Будут различные коллективы, и народные, и профессиональные, и коллективы из других городов приглашены, которые будут вот работать на благо праздника и создавать это праздничное настроение. У нас будет 22 августа такое мероприятие по всему городу, ко всем мемориальным доскам, которые обозначают какие-то названия улиц, имени наших героев, наших заслуженных земляков, имени наших каких-то вот одаренных, очень хороших выходцев из города. Около этих всех мемориальных досок будут, во-первых, возложены цветы, и будут небольшие митинги по поводу того, чтобы наша молодежь знала, в честь кого названы наши улицы, площади и скверы. Я правильно понимаю, то есть это в один день, практически одновременно, практически, да? Практически одновременно все выйдут на улицы и ко всем доскам подойдут и, как бы сказать, дадут честь и дань памяти. И, наверное, будет озвучено, да, все-таки в честь кого это, конечно, что она означает? Это... Потому что, мне кажется, горожане часто идут, даже я сама, я иду, видно, да, она висит на уровне второго этажа, не всегда можно прочитать, разглядеть. Здесь мы все сможем все узнать. Все здесь будут объяснено, будет очень такое все в чисто таком дидактическом плане правильно поставленные программы, и все это будет разъяснено. Почему это интересно, во-первых, это все узнать. Я очень бы хотел, чтобы наше подрастающее поколение все узнало. Так, ну это первый раз такая. Да, это как с первый раз, потому что и городу такая, и такой юбилей первый раз. А что еще будет первый раз? У Чебоксар 550. Ну, вообще, если забегая вперед, то вот 24-го, в день, основной день празднования праздника, очень, очень хочется дождаться и увидеть своими глазами вот это театрализованное представление, которое состоится вечером перед салютом на Певческом поле. Теперь на Певческом поле состоится театрализованное представление, где исторически будет показан весь экскурс развития нашего города, становление развития города. Будет театральная постановка, очень такая историческая, о зарождении нашего города. Когда был Кремль деревянный. Затем будут посвящены вот эти вот театральные зарисовки и сцены Василия Ивановича Чапаева. Будет место нашей славе отдано в Великой Отечественной войне, когда из 44 тысяч населения города практически 14 тысяч ушло на фронт. Будут показаны, как рос город. Будет отведено хорошее место Андриану Григорьевичу Николаеву, достойному нашему. Ну, то есть такая, получается, грандиозная какая-то историческая постановка ждет. Грандиозная историческая постановка ждет на Певческом поле. Это будет очень захватывающе и очень познавательно. Мы говорим, что город Чебоксары – это культурный город, и вот вся культура там будет показана. Стрижи прилетят, да, наверняка? Совершенно верно. Это уже теперь подтверждено. 24-го в 12 часов вместе со всеми, и я в том числе, буду от всей души приветствовать на земле вот эти вот наших воздушных героев, летчиков пилотажной группы «Стрижи», которые с удовольствием покажут свою программу в небе города Чебоксары. А помимо вот фигур высшего пилотажа ожидается тоже какие-то инструкторы? Возможно ли будет, вот я помню, в каком-то году они приглашали, даже можно было посидеть в их самолете? Совершенно верно. Вот 23 августа, как только они прибудут в наш аэропорт, вот все мероприятия, посвященные экскурсиям, начнутся незамедлительно.
можно даже будет еще в этих теплых машинах, не остывших, с неостывшим двигателем, можно будет уже там пойти и посмотреть, как они эти устроены, как их обслуживают, посидеть там в кабине пилота, почувствовать себя техником самолета. Да, главное ничего не нажимать лишнего. Для да, детей это будет организовано уже с 23-го. Августа. Числа. Вы на самом деле немножко предвосхищаете мой вопрос. Вот вы сказали, что вот это театрализованное представление будет на Певческом поле. Обычно главной площадкой, вот на моей памяти, всегда была Красная площадь. Сейчас Красная площадь у нас закрыта, да, заборами. Она закрылась на реконструкцию. Что там будет, когда там будет? Ну, есть планы, схемы реконструкции Красной площади. Она уже давно обсуждалась среди горожан. Это не секрет. Все доступно, в открытом городе все можно посмотреть. Площадь будет реконструирована в виде амфитеатра, чтобы каждый посетитель какого-то концерта чувствовал себя по сравнению с остальными. Также было видно хорошо ему сцену, также он бы хорошо воспринимал, что на сцене происходит. Вот такая задача стоит перед теми, кто реконструирует сейчас Красную площадь. То есть там действительно какие-то масштабные очень работы, то площадь действительно преобразится. То есть это не закончится, да, что там поставят новые лавочки, например? Нет, нет, это будет совершенно другая площадь. Будет она немножко, конечно, видоизменена. И это будет очень красиво и значительно для Чебоксара. Будет еще одним местом украшения нашего города. Угу. То есть площадка на Певческом поле, там уже, я думаю, что тоже идет, начнется да, подготовка в ближайшее время. Да, начнется подготовка, начнется монтаж со сцены. Сцена, скорее всего, будет расположена на водах залива. Даже так? Да, и там как раз и шоу лазерное, и фейерверк, и все это будет очень красиво. Ну, и технически сложно, технически наверное. Будет сложно, но тем не менее задач никто справимся. Не боится. Все это будет очень красиво, и горожанам понравится. Вы знаете, когда у нас съемочная группа приезжает с таких первых заседаний организационного комитета, когда становятся известны такие вот первые самые подробности, мы всегда любим спрашивать, кто из звезд приедет? Вот сегодня мы горожанам, кого можем из звезд пообещать уже? Ну, я вот уже всегда говорю о том, что у нас будет известная очень такая группа хор турецкого. Так. Это горожане некоторые уже очень одобрительно это восприняли. Так, то есть они приезжают к нам специально, и это будет на Певческом поле. Тоже вот в эти дни, да, наверное, 24-го? Будет 24-го, это будет перед фейерверком, это сразу будет после театрального представления. А между хором турецким и театральным представлением будет у нас выступление Петра Захарова, это голос Петербурга, поэтому тоже все красиво. И еще раз подчеркиваем, что наша культурная столица получит свой юбилей, достойный концерт. Так. А по традиции заряжаться со звездой будем утром? Зарядку будем делать? Ну, раз мы пошли уже с окончания, с фейерверка, и уже ближе к 8 утра, действительно, будет зарядка со звездой, традиционная зарядка со звездой. Она состоится на набережной. Проведут ее олимпийские чемпионы. Они подтвердили свое присутствие. Так. Дмитрий Пирог приедет, олимпийский чемпион по боксу, и многие другие. Там же будет развернуто водно-моторное шоу, будет парад яхт, это дефиле яхт, это красивейшее шоу на глади реки Волга. Прекрасное зрелище. Приглашаем всех посмотреть. Вот, ну, как вы уже сказали, будет много мероприятий. Я думаю, что каждый горожанин себе по интересам найдет, да, какое-нибудь мероприятие. Вот мой папа, например, с удовольствием, мне кажется, ходит на парад техники. Он любит, да, когда взлетит машина. Вы, как горожанин, какую часть праздника больше всего любите? И если вот вам не нужно было бы быть на каких-то официальных мероприятиях, куда бы вы в первую очередь пошли, как горожанин? Ну, я пошел на хор турецкого. Так. И обязательно пошел бы на парад техники, потому что там будет показан исторический троллейбус, который ровно 55 лет назад вышел на маршрут, который пролегал тогда такой короткий маршрут от железнодорожного вокзала до Красной площади, старой еще Красной площади, которая находится сейчас под водной гладью. Мы снимали репортаж, на самом деле, что на улице города выходил в пробный рейс. А получается, что вот в эти дни города желающие смогут покататься даже на нем? Ну, я очень хочу проехать на этом троллейбусе. Почувствовать себя вот в те времена, как вы это было. Такое? Ну как же, мы ездили на этих троллейбусах, пытались пробиться к первому сиденью, где видно, как работает водитель. Да, это стекло. Место. Но там был выход, который мешал горожанам, и нас постоянно гоняли оттуда. А сейчас уже ходят, видите, троллейбусы какие удобные. Так, а в чем еще разница все-таки, да, между троллейбусом, который вот 50 лет назад ходил, и сейчас? Ну, давайте проедем, посмотрим. Ну, там узкий проход. Но мне больше нравится тот троллейбус, который пошел в
в то время. Я не помню, как он пошел, но я помню прекрасно, когда они стали ходить уже и на Чапайский поселок, и по городу ходили. Я помню, как на борту такого троллейбуса было написано «Университетский». Это троллейбус, который шел именно до корпуса, на который находится на остановке улицы Афанасьева. Это был край города. И туда доезжал этот троллейбус, кольцевался, и на борту было написано огромными буквами «Университетский». Так, а билеты-то по каким ценам были? 50 лет назад или вообще бесплатно сделали? На экскурсию билет бесплатный будет. И сейчас бесплатные экскурсии уже начались. В городе будут проходить бесплатные экскурсии. То есть можно будет просто действительно выйти и просто погулять. Да, надо посмотреть на сайте «Открытый город», когда какие экскурсии, и присоединиться к одной или какой-нибудь экскурсионной группе. Вот как готовится сейчас? Я понимаю, что идет масштабная подготовка, если особенно говорить, что сцена будет на водной глади, возможно, да? Как готовятся артисты, я понимаю, как стрижи готовятся. А как еще готовится город? Как депутатский корпус готовится отметить такую серьезную дату? Потому что обычно в это время все же в отпусках. Ну, депутаты по своим округам сейчас активно работают с тем, чтобы во время вот этой праздничной недели с 18 по 24 провести День города в каждом дворе, в каждом депутатском округе. И вообще хочется, чтобы уже весь город праздновал, а не только праздновали такие вот, как Творческий бульвар, как вот Певческое поле. Чтобы в каждом городе, в каждом дворе проходили какие-то мероприятия, приуроченные к Дню города, к его юбилею. В общем, на плечах сейчас депутатов, да, донести праздник до каждого двора городского. Да, совершенно верно. И 10 августа у нас будет большой спортивный праздник. Будет футбол на призы главы города, где все депутаты будут участвовать. Будут всякие непрофессиональные любительские команды соревноваться за призы, которые депутаты будут вручать за какие-то свои номинации. Призы конкретного депутата за хорошую физическую форму, за хорошо забитый мяч. В общем, праздник уже совсем близко. Конечно. Ну что ж, спасибо большое. Я напоминаю, мы беседовали с главой города Чебоксара Евгением Кадышевым.